Итак, друзья, всем здорово. Кипаса, пацаны. Сказал бы сейчас Саня, кипаса, кипаса. Но ребята больше Санюк так не скажет. Санька больше нету. Но, ребят, Санюк по-любому в раю. Он катается на, наверное, на хромированный R1. Такой на блестящий R1, такая прям зеркальная. По-любому на ней катается. Там 300 плюс. Но, ребят, надо все-таки быть аккуратнее. Все-таки нужно быть аккуратнее. Но я знаю одно. Санек пришел к нам в этой жизни, наверное, для чего-то. Чему-то. Кого-то порадовать, кого-то чем-то вдохновить. Он приходил только с позитивной стороны. Ну, чтобы порадовать людей, зарядить позитивом, знаете. Чтобы подарить радость, понимаете, чтобы вдохновить много людей. Все-таки у него много было подписчиков уже. И их было бы больше. Возможно бы этот человек, Санька, да, он бы стал самым таким хорошим, позитивным, единственным блогером на всем Ютубе. Я уверен, он бы стал через несколько лет, это прям точно. Ну вот, ребята, случилась такая беда. Санька я смотрел уже, знаете сколько, когда он еще жил в Испании, с 2017 года я начал смотреть его видео, когда он еще катался на Сузуки. Сузуки он там купил в Испании, потом на ней упал, там улетел во враг, да, вот это вот видео тоже есть у него на канале. Потом переехал в Москву, в Москве уже купил R1. И вот с этого начались прям такие вот прям лютые видосы, когда он купил себе R1. И вообще юшки стали очень интересные. Прям я смотрел, вот честно вот признаюсь, каждое видео я смотрел. Если я пропускал это видео, я заходил на канал и смотрел это видео. У меня все просмотренные эти видео. Когда он еще были интересные видео, очень. У него все интересные видео. Но ну вот еще такой момент был, да. То, что этот человек действительно вообще он без всякого негатива, да, когда он поехал в Турцию, он там заехал на пляж, искупался в этом море, да, и начал трогаться на мотоцикле, а там гравийка, ну вот эти вот камушки там пляжные, да. Потом он объезжал через какой-то сарай, там через профлист кинул, там проехал. На самом деле вот Yamaha R1 это была его ангелом-хранителем, он проехал на ней вообще везде, и она его всегда выручала. В чем-то она его останавливала, то есть она знала, в какие моменты нельзя было ему ехать. Или сядет у него аккумулятор, или откажет генератор, тогда значит не надо было ехать в этот момент. Я считаю так, Yamaha R1 была его ангелом-хранителем. Вот. Ну и, ребят, честь. Даже, наверное, не то, что в честь, а вот знаете, в память Санька. Я очень переживал, короче. И соболезную всем родным, жене, родителям. Да и вообще вот всем подписчикам, которые были подписаны на него. То, что больше такого человека нет и не будет никогда. И вот его память я, ребят, решил, короче.
себя в мастерской, да, нарисовал вот его такой вот смайлик, да, на канале Кипаса. И вот когда я вот сюда буду заходить, у меня мотик сейчас разбитым пластиком, когда буду заходить, о, Кипаса, Кипаса, Саня, Кипаса, как делишки, как ты там. Ребят, это мысль вот этого смайлика, да, вот вообще мысль, вот эта вот вся, честно, она мне пришла, как бы вот знаете, наверное, как он разбился через полтора дня. Прям я просыпаюсь через час где-то, и мысль приходит, надо вот сделать вот именно вот. Ну просто я не знаю, откуда вот мне эта информация там пришла. Вот надо просто взять, пойти и вот сделать вот то, что я делал, нарисовать его смайлик и Кипаса, чтобы не забыть его, понимаете? Я не забуду, конечно, его, но я хочу, чтобы вот каждый раз у меня представление такого человека, да, вот я захожу, говорю, о, Кипаса, да, пацаны, Кипаса. И он как бы у меня перед глазами такой веселый, знаете, на позитиве, заряженный такой. Сегодня стартанем туда, там, поедем, там, дальничок. Вот это вот все, вот, весь вот позитив, да, ребят. Хочу, чтобы было вот это вот прям каждый раз. И, ребят, у меня такая просьба к вам, да. Если не трудно, вот, все вот его подписчики, много перешло вас, ребят, ко мне, на мой канал вы подписались, да. И просто... Не знаю, целесообразно это или нет, ну что-то мне подсказывает, ребят, сделайте, вот возьмите, вот, грубо говоря, вот сейчас я вам покажу. Вот такие вот купите просто три маркера. Черный, белый и красный. Вот таких вот. Они на основе с краской, да? Вот. И нарисуйте где-нибудь у себя вот. Блин, в подъезде, да, грубо говоря. Там так не надо слишком зарисовывать такой прям. Большой, чтобы люди не стерли, а вот маленький такой смайлик Кипаса. И мне кажется, ему будет приятно там с неба это все увидеть, то что мы его помним и вот не забыли. И, ребят, если среди вас есть люди, кто занимается граффити, вот, граффити, ну, баллончиком рисует на стенах там, на каких-то зданиях, пожалуйста, вот, нарисуйте вот значок вот такой Кипаса, вот, прям большой такой какой-нибудь, вот, прям было бы очень вообще прям приятно. Короче, как-то так, пацаны. Короче, ребята, вот так вот. Я не знаю, откуда мне пришли эти мысли, но Санёк был хороший пацан, я не знаю, и вы это тоже знаете. Больше такого не будет, ребят. И все подписчики у него на канале были все заряжены позитивом, все заряжены. Они, людей практически добрых не осталось, все какие-то злые, пишут комментарии злые, какие-то вот с негативом, одни с негативом, да, вот какие-то вот люди все. А подписчики у Санька, они все, знаете, все у них такая прям бодрость такая, ну, реально, позитивные люди, ребят. Спасибо вам, то, что вы подписались ко мне на канал, то, что вы оценили видео, вот, которое я смонтировал про Санька Диабло R1. Я бы, конечно, честно говоря, я был бы рад, чтобы вообще не было никакого видео, лучше бы Санек был бы жив. Это вот прям безусловно, ребят. Ладно, ребят, всем пока. Всем счастливо, ребят. Вот. Ставлю сейчас отрывок видео, который... на котором я покажу, как я сделал эту надпись. Я ее сделал за 4 дня, потому что мне нельзя долго ходить в день. Я еще сам просто после аварии. По 20 минут я выходил. Сначала я нарисовал, знаете, что, пацаны,
Сначала я нарисовал контур, да, вот этот, ну, с карандашом. Потом я вот это вот все нарисовал. Ну, я вам это все сейчас покажу. Потом, что, пацаны? Один день я нарисовал вот это вот, все написал карандашом. Если он даже остался от карандаша. На второй день. По-моему, на первый день я нарисовал сам смайлик, на второй день написал кипаса. Я, конечно, не художник, ребят, но у меня так вот не получилось, как вот у него на машине было написано. Ну, не художник я, ребят, не художник. И вот так вот написал кипаса. Ну, суть ясна, ребят. И потом уже я сперва раскрасил красный, потом белый. Это вот на второй день или на третий день. И потом уже черный вот этот вот. А сегодня сделал надпись кипаса. Да мне пофиг, сколько времени ушло. Главное, ребят, я это сделал. Сегодня вот я его доделал, и на улице, блин, пошел дождь. Небо такое, знаете. Ладно, ребят, видюшка длинная. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч, пацаны.